зовут Василина, мне 7 лет. И сейчас я расскажу кое-что интересное. В каждом пчелином улье живут до 60 тысяч пчел. Пчелиная матка откладывает почти 1500 яиц в день и живет до 2 лет. Трутни – единственная работа, которая помогает матке, живет до 24 дней и не имеет жала. А рабочие пчелы обычно собирают пчелиный нектар вплоть до самой смерти, около 40 дней. Смотрите программу «0 плюс», нам всегда интересно.